вопроса, отношение к Евросоюзу хорошее или плохое? Нормально. И почему? Хорошее. Знаете, что в Гагаузии есть много проектов, которые были финансированы из денег Евросоюза. Многие боятся, что если и Молдова вступит в Евросоюз, то Гагаузия потеряет свою автономию. Вы про это что думаете? До Евросоюза нам далеко еще, конечно. Но я думаю, в любом случае ничего плохого здесь нету. Вот. Не другое будет. Дело, да, это не против кого-то там. Я думаю, и с Россией мы будем. Надо иметь хорошие отношения с Евросоюзом и с соседями, и внутри этот. Ну, надо... с соседями это главное. Украина, да, и это Румыния, да, да. Никуда мы не денемся. Мы обречены жить в добрососедстве и в этом. В хороших отношениях, да. А про коррупцию у нас в Молдове что можете сказать? В последние года она уменьшилась или нет? Не думаю, что уменьшилась. Но знаете, что за счет коррупции, чем меньше коррупции, тем лучше люди живут. Безусловно, конечно, но с этим надо что-то делать, бороться. А мы это дело, как говорится, спустили на тормоза. Проходит время, да, а изменений нет практически, да. Продолжается все по-старому. И, а вот про голосование, знаете, что каждый голос имеет значение, и он, смотрите, мы здесь сделали, и он не стоит, цена нашего голоса на 4 стоит намного больше. Видите, они дают нам одно, другое людям, а на самом деле... Это значительно дороже, да. Дороже стоит наш голос. Это так, но наша действительность такова. И смотрите, как вы думаете, да, на этот момент, куда Республика Молдова больше экспортирует? Ну и Евросоюз, и Россия, в основном это Украина. За последние 10 в Румынию, Румынию, да. Наверное, да, вот в Турцию 160 Турцию, миллионов, да. Да. Греции, Бугария, ну в Румынии самое большее, 792 миллиона. И в России 219 миллионов. 219. Когда раньше было наоборот. Наоборот, да. Ну, все идет, прогрессируем. Короче, изначально наметили же в Европу. В Румынии уходит 29%. Сейчас еще это увеличится. После выборов, я думаю, этот президент. Но посмотрим, что будет после выборов парламента. Держите. Посмотрим. Да, да. Спасибо вам большое. Было бы хорошо, чтобы Республика Молдова интегрировалась в Евросоюз. Да. А почему вы думаете? Что? Что работа была. Чтобы работа была, чтобы... И вы знаете, что сейчас Евросоюз в последнее время в Гагаузии много денег инвестировал. В инфраструктуру, в школы, в садики. И поэтому вы не против.